Ребята, всем привет! Меня сегодня пригласили на кастинг, главная роль в фильме «Полный метр». Не скажу пока, как называется картина, не знаю, пройду или нет, хочу, конечно, потому что картина интересная, сценарий прикольный, играть нужно стерву, тема там про дипломатию, про дипломатов, про коррупцию, все такое, в общем, все очень актуально. Что могу сказать вообще про кастинги на фильмы? Это то, что у режиссера обычно имеются, да, вот в голове определенные типажи людей на главные роли. И если ты по этому типажу подходишь, то ты можешь пройти даже, в принципе, без особого опыта актерской работы. Ну, конечно, опыт тоже приветствуется. Друзья, снова меня пригласили на кастинг. На этот раз это был кастинг на главную роль в рекламе. Там нужна была семья. И я так поняла, что меня пригласили на роль мамы. Самый главный критерий там был женщина или девушка с красивой улыбкой. Я не знаю, прошла или нет. Я просто вам сейчас хочу показать, в каком трэшевом месте я иду. Людей было очень много, было много деток, детки все очень красивые. Если пройду, то обязательно вам скажу об этом. До встречи!